Снова всем привет, ребят. Очередная посылочка из Китая. Знаете, вот я считаю, я говорить буду, что вот есть люди, которые покупают наши телефоны, им не обязательно, чтобы все круто было, а ищут телефоны чуть-чуть, скажем так, попроще. И самое главное условие, что вот есть люди, что ищут, чтобы сим-карты включали Интертелеком. Я специально искал дешевые телефоны, и я их все-таки откопал. Специально телефоны покупал для друга, а то он интересуется именно Интертелекомом. Скажем так, из-за этого вот, ребята, скрываем и показываем вам. Так, скрывала таможня украинская их за компанию. Скрываем и мы. Есть. Вот, блин, по упаковке, конечно, я вам скажу, что печально все. Есть. Так, кулпад. Тут все тихо, скучно, потому что в теории телефоны одинаковые. Потому что телефон, скажу честно, потому что интересно в нем, что в принципе вот ноль. Но в чем прикол, что в телефоне 4G идет, все включается и все срабатывает. И тем более вы не покупаете, скажем так, телефон из подвала, а покупаете действительно толковую штуку, которая комфортная и служить будет. И самое главное, что если захотели, то будете использовать его в качестве роутера. Надо рам-па-пам и первое впечатление. Ох, ребят, скажу честно, знаете, я заскучал за такими телефонами. Кстати, вот что из плюсов, я не знаю, что камера покажет или нет, но спинка сделана от типа кожи идет и смотрится во. Но вот единственное, что толстые рамки, знаете, с непривычки уже все чуть-чуть уже не так идет. Тут включение у нас идет, есть питание и 3.5 джек, кнопки громкости, микрофон и динамик спинки. И крышка, я так думаю, снимается здесь, ребят. Есть. Окей. Аккумулятор. Симки 2 у нас идет. 1.2 и карточка втыкается сюда. Фигушки. По аккумулятору, чтобы вы увидели, что там пишется. Так, ребят, 2000 ампер-час. Экранчик у нас в телефоне 5-дюймовый идет. Ну, в принципе, для такого аккумулятора вполне терпимо. Тем более, что у нас же не дура, знаете, что там куча мощности. А телефон, вот я говорю, специально купился для, ну, скажем так, для тех людей, кто не ищет что-то такое, знаете. Опа. Комплектация сразу, чтобы вы увидели. Ага, фигушки называются, вот видите, ты пытаешься, есть, ура, да, комплектация здесь вообще печалька, идет какой-то дешманский штекер, вообще, что пишется 700 миллиампер час, у нас есть дешманский USB, у нас в комплекте с переходничком идет, тут им плюс, что, ребят, чтобы вы, в курсе были, стоимость телефона в $51, это получается где-то в 1400 гривен, нет, чуть больше, там, так, штука 450, и в рублях это где-то в 3000, чуть, нет, 3,5 получается. Есть, так, включаем телефон, и что же у нас здесь есть? Сим-карты мы не втыкнули по экрану, потому что используется TN-технология, я смотрю сразу, я так думаю, что вы увидите, шторку спускаем. Здесь, скажем, чуть-чуть, конечно, все вот не ахти. Портретный, если захотели, включается автоматический разворот экрана. Есть, включаем по установочкам. Что у нас здесь есть? Language, сразу сюда, раз. Language есть. Ищем русский. Ну, хотя бы, знаете, вот, ну, в чем плюс, что с переводом все, я так думаю, терпимо будет. Включили русский язык, есть синтез речи, кнопки, кстати, чтобы вы увидели, я не знаю, так сделаны, тут камера с динамиком и спинку снова. Ну, я так думаю, что, знаете, скажем так, у Ленки стабильно с освещением все печально, из-за этого, то извините. Сюда вниз идем, так, секунду, включаем к интернету сразу, включено.
Есть. Пара-пам-пам-пам. Не то нажал. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Включить. Ждем. Я так чувствую, что где-то я все-таки ошибся. Еще раз. Включить. Так, включились к интернету. Алевое. Идем вниз самый и смотрим, что же у нас, что информация о самом телефоне. Тут скучно все и неинтересно, ребят, будет вам. Так, смотрите, ну что пишется в Coolpad в 5267 и используется 6 Android, ребят. Старенький, 100%. Но я говорю, что суть этого телефона, ну что покупался, ну что, вот не, знаете, вот кто ищет, ну что, рабочую лошадку, то телефон, кажется, бомба, секунду. Так, идем дальше. Тут все скучно и неинтересно. Google аккаунты. Ну, из безопасности, я так думаю, что пункты окажутся вообще никому это не интересны. Захотели, включайте спутники, геолокацию, звуки. Я так думаю, что здесь у нас изменяются звуки, да? Или нет? Да, но единственное, креативы, не в профиль. Как изменить его? Нет, ребят. Я так думаю, что это специально, ну, что включается для, что изменения системы. Есть, но что плохо, что он на English идет. Так, ребят, ну что в телефоне, ну что гигабайта оперативки идет, используется 615. Да-да, стыкаемся с такими телефонами. По аккумулятору, если захотели, включили, чтобы писалось процентами, и показываем такую штуку вам. Ну, кстати, все печально идет по аккумулятору. Хранилище. Сюда есть, я так думаю, что все увидели. Из приложений, что в телефоне, что изначально включены и установлены, чтобы вы увидели, что, куда и как. Есть. Включается Google. В чем плюс, кстати. Требушет есть даже. Ничего себе. Звук. Вибрация включена. Рингтон. Ничего себе. Так, сим-карта. Ну что, в чем прикол, что, смотрите, пока в сим-карту не вставите, то вы и не включите, ну что, звонок. Впервые стыкаюсь с таким цирком, но оказалась и такая тема. Есть системный рингтон. Давайте глянем. Да, ребят, скажу честно, ну, еще громко сказать, что, куда и как, я, ну, что, захотелось бы, но и не получится сказать, ну, что, извините, и не кипишуйте сильно, знаете, он у нас всегда будет. Так что с яркостью автоматически у нас здесь оказалось в телефоне, что нет, включаем по минимуму и по максимуму. Кстати, знаете, вот что из плюсов, что я так, ну, что, думаю, что экранчик, ну, что, при солнце вполне комфортный будет. Есть, так, тут все фигня. Еще, что еще кажется интересно, неинтересно. Так, для спортивного интереса, вот что меня интересовало, ну что, Интертелеком. Что включается или срабатывается. И в теории, ну что, китайцы, ну что, писали, что здесь есть CDMA, но я смотрю, что в теории, ну что, что кажется, что нет. Но я так думаю, кто с прямыми руками, то, ну что, все включается и срабатывает. Но, знаете, ну что, все в перспективе. Так, чтобы вы увидели приложение включения интернета. Извините. Продолжить. Есть. И солнце стало, знаете, ну что, вот так спускаться. И картинка все хуже и хуже и хуже стоит. Ну, стыкаемся и с таким. English включаем. Знаете, вот я вам скажу, что в плане, что включение, ну, что включение и работает, то все, скажем так, вполне терпимо для телефона идет, учитывающий, ну, что в ту стоимость. Ну, что да, есть телефоны поинтереснее, но знаете, вот не, что не обязательно, чтобы все так, ну, все летало. Тут отталкиваться от стоимости телефона. Здесь, не, ну здесь терпимо все. А давайте для спортивного интереса что включим? AliExpress. Сюда.
Да. Не, ну включается, в принципе, знаете, чтобы сказать, что, ну, что все печально, то в принципе нет. Вполне терпимо, вот я стыкался, ну, с телефонами, что хуже бывает, что включается и грузится все. Включили в HTML, вот чтобы вы увидели, iPad. Опа. Ждем включения сразу. Ну, включилось. Окей. Так, ну и самое интересное, камера. Я так думаю, что, знаете, скажем так, ну что здесь оказалось, что камера уже есть у нас. Как включается по установкам. Включаем сюда, чтобы вы увидели, что пишется. Камера идет с 5 пикселями, ребят. Есть. И пишется видео сюда. Вообще печалька. Впервые стыкаюсь с такой цифрой. Вообще, ну что, ее нет. Потому что пишется HD-видео, тут 480. Но все-таки, ну что, для спортивного интереса испытаем еще и камеру для фото. Так, сюда. Автофокус тут есть интерес? Ну, знаете, вот ты втыкнул, но по факту я так чувствую, что здесь... Вообще, в такой штуке, как, ну, автофокус, вы и не увидите в конечном итоге. Но, ребят, ну, по камере здесь вообще в полный шоколад идет. Я не знаю, что сказать. По видео, секунду, сюда на ноутбук. Да, есть. И снова всем привет. Вы на канале Азаики из Китая. Мы испытываем телефон Coolpad. Хрен его знает какой. Я не помню, как называется. Но чтобы вы услышали вот именно звук, что пишется. Есть. Включаем сюда, ребят. И чтобы вы глянули на картинку. И звук самое главное. Всем привет. Вы на канале Азаики из Китая. Мы испытываем телефон Coolpad. Хрен его знает какой. Я не помню, как называется. Но чтобы вы услышали. Скажем так, знаете, камера тут есть. Спасибо на то. Даже я ничего здесь говорить не буду. И селфи. Так, ребят, я думаю, ну что все помнят, ну, что камера тут идет 0,3 пикселя. Это, ну что в те времена, еще где-то в 2000-м, то шикарные были. Но теперь уже, ну что телефончик, как-то, ну чуть, не, в 2005-м, 4-м, 3-м, где-то так. Но теперь это полная жесть. Угу. Снова всем привет, вы на канале Азаики из Китая. Мы испытываем издевательство над людьми. Спасибо. Так, ребят, уж извините, я, как обычно, ну что, упустил. И включим изначально видео. Всем привет, вы на канале Азаики из Китая. Мы испытываем издевательство над людьми. Спасибо. Всем привет, вы на канале. Не, знаете, вот я, ну, скажу честно, потому что для скайпа вполне терпимо будет. Я стыкался, потому что с телефонами, где картинка конкретно была похуже. Тут все еще вполне окей. По фото. Фото, сюда, селфи. Стыкнемся, знаете, с чем, ну, с чем в конечном итоге, что просто, ну, что из-за освещения картинка, ну, что печальная, и детализация ее, вот я, ну, что включаю, и все. Ну что, гляньте, вот, ребят, скажем так, ну что в целом, вот если ну, с телефона ну, что включаете, то смотрится все симпатично. Но, знаете, вот, ребят, я говорил, что ну, телефон покупался, ну что попросили, чтобы я искал ну, что дешевые ну, что телефоны с Интертелекомом, и я так думаю, что все включится, и, ну что в перспективе и срабатывать тут будет. А если нет, то в таком случае ну, что китайцы аккуратненько взяли, ну что наклонили и... Давай жарить. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь ко мне на канал. Пока.